Доброе утро. Сегодня 18 сентября 2017 года. Я иду в любимую школу. Я вот такая невероятная красавица. У меня есть совершенно новое платьице. Вот такое вот оно. Под трикотаж сделано, как будто бы трикотажик. Такой он плотненький, но мягонький. Не очень так стоящий, но тем не менее очень приятный. И я вчера перебрала несколько жакетиков и подобрала вот буквально сюда приготовленный. Вот есть у меня такое сокровище, как будто бы оно шло все комплектом. Спинка черная, а полочки вот сделаны тем же бордовым цветом, совершенно практически идентичным нашему платью. И я именно на этом и остановилась. Прямо прелесть, как мне нравится. Немного темноватый для меня, я люблю поярче. Надо вот сюда вот с цветами, с какими-то сверху. Я, кстати, подбирала бело-красный такой, но остановилась вот на этом, потому что оно как будто бы одним комплектом купленное. Босоножечки у нас есть вот такие же бордовенькие. Мы их с удовольствием на себя нацепили и пошли наслаждаться удовольствием общения с детьми. Украшение у нас. У нас есть вот такое сердечко, тоже бордовенькое. Мы его с удовольствием сюда нацепили. У нас есть вот такое колечко из коралла, по-моему. Есть вот такое бижутерное кольцо огромнейшее с бриллиантами, с черными. И я нашла вот такой вот браслетик. Он тоже тут с бордовыми тонами присутствует на нем, бордовенькие. Вот здесь вот на первом плане я развернула. Вообще у нас блистает очень хорошо. А здесь целый букет цветов. Вот такая я звезда. Из ароматов у нас будет Си. Где, с какой стороны написано? Вот с этой будет у нас Си. Я вчера делала себе очередную порцию крема для рук. Я делаю в маленькой коробочке, чтобы можно было с собой взять. В маленьком баночке. В маленькой малюсенькой баночке я крем для рук туда кладу. И туда же добавляю бальзам для тела. Лосьон для тела, которая продается вместе с ароматами духов. И вот вчера я туда добавила Си и решила, что надо мне этот флакончик найти, он меньше моих обычных. И он спрятался, я его нашла. Это очень приятное воспоминание о моем прошлогоднем путешествии в Россию, в Москве. Одна из моих благодарных подписчиков встретилась со мной, сделала мне вот такой шикарный подарок. Я еще года 3-4 им буду пользоваться и с удовольствием вспоминать, что мы с вами встретились, и что у вас все очень хорошо. И я очень надеюсь, что вы мне напишите письмо о том, как у вас развивается событие, потому что на тот момент, когда мы встречались, она проделала большую работу над собой, она переехала в Москву, уже устроилась, уже хорошо зарабатывала, смогла мне такие духи подарить. А в личном плане еще пока ничего не было. Надеюсь, что теперь уже и эти продвижки есть. Пиши, моя дорогая, мне будет очень интересно узнать, как все развивается. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.